«Здоровая нация» – стратегическая задача государства. Именно поэтому в Красноярском крае активно развивают так называемые центры здоровья. В нашем регионе их 15, 5 из которых в Красноярске. Здесь можно пройти экспресс-обследование и проверить состояние своего организма, узнать факторы риска. Такие центры созданы для тех, кто не хочет болеть, кто приходит к врачам не за таблетками, а за знанием. Что сделать, чтобы сохранить себя в форме и узнать, есть ли предрасположенность к какому-либо заболеванию из-за плохой наследственности или неправильного образа жизни. К примеру, Ирина Федорова пришла в Центр здоровья несколько лет назад и не пожалела. У меня раньше была проблема с желудочно-кишечным трактом, периодически сердечко давало себе знать. Я прошла обследование, где получила рекомендации. И проходила школу обучения по питанию, по здоровому образу жизни, то есть какие упражнения нужно выполнять, какой режим питания должен быть. И на протяжении уже нескольких лет меня не беспокоит мой желудочно-кишечный тракт, и работа сердца стала лучше. Известная истина – предотвратить болезнь проще и дешевле, чем вылечить. Здесь, в центрах здоровья, руководство к действию. И, как говорят медики, чем раньше человек задумается и займется собой, тем лучше. Наша поликлиника работает на взрослое население, и центр здоровья также. Принимаются пациенты от 18 лет, и возраст не ограничен. К нам приходят и пенсионеры с удовольствием лекции слушают, и молодежь приходит. В нашем центре здоровья можно ознакомиться со факторами риска, какие уже у человека накопились за его определенный период жизни, начиная со стоматолога, гигиениста. А еще здесь можно проверить работу сердца, зрения, дыхания, уровень сахара и холестерина. И все это бесплатно, без очередей. В Центре здоровья на Воронова есть еще и тематические школы. В них читают курсы лекций по правильному питанию, о вреде курения и учат бороться со стрессами. Серый цвет на первом месте свидетельствует о скрытой депрессии, либо о негативных мыслях, которые постоянно крутятся в голове у человека и, конечно, вызывают эмоциональный дискомфорт. Вообще, этот центр один из лучших. Пару месяцев назад здесь своими силами сделали отличный ремонт, и сейчас даже интерьер стимулирует. Лекционные залы оформлены по науке хромотерапии. Каждый цет действует на подсознание посетителей. Голубенький говорит о том, что это свежий воздух, что нужно дышать хорошо. И как вы видите там картинку альпиниста, она как раз про это говорит, что курящий в горы не пойдет. А вот оборудование и перечень обследований, которые можно пройти во всех центрах нашего края, одинаковые и в Красноярске, и в Канске, и в Назарово. Оборудованы они все стандартно. Оборудованы они скрининг оборудованием, которое позволяет выявить факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Это определение глюкозы крови осуществляется, холестерина, исследование на кардиовизоре работы сердца, исследование зрения, осмотр полости рта врачом, зубным врачом. Это исследование функции кровотока. Узнать, где находятся центры в Красноярске и в других городах, можно на сайте Краевого министерства здравоохранения. А для того, чтобы записаться на консультацию, достаточно позвонить. Дина Володина, Александр Ермошенко. Новости.